Всем привет, друзья. Я Евгений Романенко. 29 числа, 29 февраля в Виннице, Украине, пройдет конференция «Деньги будущего». Организатор Виктор Манин и Вадим Груша. Интервью с Виктором у меня на стене есть. И сегодня мы продолжаем ознакомиться со спикерами ивента. Сегодня у меня в гостях Сергей Засорин, основатель проекта CryptoSol.io. Сергей, приветствую. И первый вопрос. Что такое CryptoSol.io? CryptoSol — это студия по разработке игр с использованием технологии блокчейн. Отлично. Про свой бэкграунд расскажи, пожалуйста, почему, скажем так, ты имеешь право быть спикером конференции «Деньги будущего»? Что такого интересного в жизни ты делал, чем можешь делиться с участниками? Ну, релевантный опыт — это за последние 2 года мы занимаемся, больше 2 лет уже занимаемся разработкой игр, и по результатам вышли в операционный ноль. Я думаю, это, наверное, главная причина. Да, прекрасно. О чем именно будет доклад и каковы главные тезисы? Я бы хотел поделиться своим опытом по созданию и улучшению воронки движения пользователей и также, получается, созданию воронки продаж эффективной. И еще бы хотел сказать о том, как быстро и эффективно тестировать гипотезы. Вот, как мы знаем, стартапы около 90% они не доживают до там, 2 лет. Вот, поэтому вот это. Ну что же, да, практики — это, безусловно, здорово. Ну и финальный вопрос. Кому и почему стоит 29 февраля приехать в Винницу, открыть для себя этот город для многих и посетить конференцию «Деньги будущего»? Рекомендацию, если я засорю. Я бы выделил, наверное, 2 аватара, 2 таких категории. Это тот человек, если ты хочешь начать свое дело, но постоянно что-то идет не так. И второе, это если ты уже начал что-то делать, но пока еще нет продаж и нет каких-то результатов. Вот. Обязательно ли быть вовлеченным в криптоиндустрию или можно быть просто иметь такое некое обывательское отношение к IT, да, или в общем? Отношение. Ну, в нашем проекте это получается крипто, это как дополнительная фича, которая улучшает и которая дает просто больше ценности пользователям. Ну что ж, друзья, кратко, лаконично, вот от практика рекомендации Сергей Засорин, CryptoSol.io из Украины. Я, Евгений Романенко, были с вами. Следите за интервью с новыми спикерами и до встречи в Виннице 29 февраля 2020 года на конференции «Деньги будущего». Всем привет. Да, пока.